Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембель. Смотрите сейчас. Всеобщее признание. Эксперты международной бизнес-премии «Лидер года» посетили Бобруйск. Наш экспертный совет, оргкомитет очень впечатлены. Кто попал в шорт-лист номинантов и какие награды ждут победителей? Дым был виден за несколько километров. В Бобруйске горел частный дом. А пожарные давно подъехали? В течение 10 минут. Что стало причиной возгорания и где еще ночью было горячо? На страже закона. В Бобруйске сегодня поздравляли следователей. Многие сотрудники получили награды руководства Центрального аппарата Следственного комитета. Сколько комитету исполнится лет и какие главные задачи лежат на их плечах? А также энергетическая безопасность, Запад-2021 и свободное небо. Воздушное сообщение между Беларусью и Россией, временно ограниченное из-за распространения COVID-19, будет в полном объеме восстановлено. Когда и о чем еще договорились президенты двух стран? Лидер года. В этом году на престижную бизнес-премию претендуют два бобруйских предприятия – «Красный пищевик» и «Агромаш». Сегодня эксперты познакомились с работой двух гигантов. Кондитеры продемонстрировали новые технологии и продукцию, машиностроители – инновационные разработки и технику. Когда объявят победителей, какие их ждут привилегии, узнавала Карина Гуревич. Лидеры с бобруйской пропиской. Сегодня в городе работает группа экспертов международной бизнес-премии. Первый на очереди – «Красный пищевик». Фабрика – одна из известнейших белорусских производителей сладостей. Обходят самые вкусные цеха – мармелад, зефир, батончики. Качество, как говорится, пробуют на зуб. 20 тысяч сладостей – объемы производства «Красного пищевика» за год. 6 тысяч из них – всемирно известный зефир. Вишневый, миндальный, в шоколаде. Используют только натуральные ингредиенты. Продолжаем. Цех ручной работы. Здесь производят продукцию премиум-класса. Некоторые из ревизоров пробуют себя в роли кондитера. Показывают и новинку – крем-мед с различными вкусами и самыми полезными свойствами. В отличие от оригинала, не застывает. Очень приятно. Удивлены. Вот сегодня нас впечатлила линейка новой продукции, которая на меду. Вот, наш экспертный совет, оргкомитет очень впечатлены. Действительно посмотрели, что предприятие на очень должном уровне. Посмотрели специалистов, попробовали даже, скажем так, поучаствовать в производстве этой продукции. Следующий номинант – «Бобруйск-Агромаш». Эксперты знакомятся с производством и техникой. Например, распределитель минеральных удобрений с элементами из нержавеющей стали – одна из самых востребованных машин холдинга. Мы видим здесь высокие возможности, перспективные взаимодействия в сфере машиностроения. Нижегородский регион – это крупнейший регион Российской Федерации в плане машиностроения. И поэтому наше предприятие крайне заинтересовано во взаимодействии с промышленными предприятиями Беларуси. В цеха тоже заглядывают – механосборочный и окрасочный. Дальше в программе – переговоры. Что касаемо конкурса, предварительный отбор претендентов продлится до ноября. А уже 10 декабря в Минске вручат международную бизнес-премию «Лидер года 2021». Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Борьба с огнем. За минувшие сутки спасатели два раза тушили пламя. Первый горел дом на переулке Мопра, о ЧП сообщили очевидцы. Второй полыхала баня в Слободке. Хозяева позвонили на номер 112. Все ли живы и почему плохая проводка, ваш враг? Все подробности у Ольги Васенда. Четверг. Вечер. Над Бобруйском клубы дыма. Очаг возгорания находится на переулке Мопра. На месте работают два пожарных расчета. В доме никого. Хозяева на улице. С собой ценные вещи успели вынести. Крыша рушится на глазах. Огненные кадры попадают в десятки объективов мобильных телефонов. Кажется, что все сбежались с округи. Понимаю, там не один дом горит сейчас, да? Ну, они здесь половина. Я, честно говоря, не знаю, куда в семье. С этой стороны я знаю людей, а может там еще кто-то живет. А пожарные давно подъехали? Просто в течение 10 минут. Хотелось бы, чтобы не было. А кто про пожар сообщил, не знаете? А женщина один. Женщина. Женщина.
За ними. Пожары ликвидировали. Вероятная причина – неисправность одного из электроприборов. Уничтожена кровля, перекрытие, имущество. Спустя 5 часов пожар в Слободке. Горит баня. На номер 112 звонят хозяева. Через 10 минут спасатели уже тушат пламя. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара. В результате пожара уничтожено перекрытие, кровля в бане, повреждено некоторое имущество, обуглены стены. К счастью, пострадавших нет. К слову, в Бобруйске с начала года зафиксировано 72 пожара, в районе 42. МЧС напоминает, использование ветхой электропроводки, неисправных приборов разной мощности, самодельных обогревателей может привести к смертельным последствиям. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Минздрав Беларуси обновил статистику по COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 1859 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 499 279 человек. Власти Египта будут оплачивать лечение туристов, заразившихся во время отдыха COVID-19. Уточняется, если приезжий подхватит болезнь в африканской стране и она будет протекать в легкой форме, а госпитализация не понадобится, все расходы возместит отель, в котором человек остановится. В случае, когда заболевшему окажут врачебную помощь в режиме стационара, деньги выделят из правительственного бюджета. Бесплатно поднимать на ноги будут в больницах Шарм-эш-Шейха, Каира или Хургады. Без ограничений, второй хлеб и борьба за корону. Сегодня пройдет финал национального конкурса красоты. Сколько претенденток и что получит победительница? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Воздушное сообщение между Беларусью и Россией, временно ограниченное из-за распространения COVID-19, будет в полном объеме восстановлено 21 сентября. Решение было принято во время переговоров президентов двух стран. Они прошли накануне в Москве. Еще одним итогом встречи стало согласование 28 программ по союзному государству. Договорились и о цене на газ на 2022. Она сохранится на уровне текущего года. Готовность второго энергоблока БелАЭС составляет 87%. В скором времени завершится процесс горячей обкатки реакторной установки. Это позволит определить готовность оборудования и систем к физическому пуску. Ввести его в эксплуатацию планируется в первом полугодии 2022. Работа двух позволит обеспечить почти половину потребностей Беларуси в электроэнергии. Военная безопасность. На учении «Запад-2021» активная фаза. В маневрах задействованы полигоны Беларуси и России. Они пройдут в 2 этапа. Первый – оборонительные действия. Второй – управление войсками на стадии завершения разгрома противника. На территории республики участвуют более 12 тысяч человек. Из них 2,5 военнослужащие из страны-соседки. После завершения они вернутся в места постоянной дислокации. Аграрии Беларуси в эти дни активизируют уборку картофеля, способствует погода. Всего в этом сезоне планируют выкопать 5 800 000 тонн клубней, что на 11% больше прошлогодних результатов. Традиционно высокая урожайность на полях Минской области. Одновременно сельхозорганизации собирают и овощи. Капуста, морковь, свекла и лук должны полностью заполнить хранилище к 20 числам октября. Сегодня станет известно имя самой красивой девушки Беларуси. Финал национального конкурса пройдет в столичном дворце спорта. Его посвятят году народного единства. Тема станет лейтмотивом шоу, которое по стандарту будет состоять из 5 дефиле. За корону будут бороться 29 претенденток. Кроме звания, победительница также получит международную путевку и ключи от нового внедорожника. Наша служба и опасная труда. В Бобруйске в преддверии юбилея поздравили сотрудников Следственного комитета. От инспекторов до руководителей высокого ранга. Для них звучали песни и слова благодарности. Лучшим сотрудникам вручили дипломы, грамоты, цветы. Мы постарались поздравить максимальное количество всех сотрудников, которые служат в нашем подразделении. Очень отрадно, что многие сотрудники получили награды руководства Центрального аппарата Следственного комитета. Кто-то был удостоен наград руководства управления Следственного комитета по Могилевской области. Объективно расследовать уголовные дела, защищать права и свободы граждан, интересы общества и государства в целом. Главная задача людей в погонах. К слову, в это воскресенье, 12 сентября, Следственному комитету исполнится 10 лет. Они грязи не боятся. В субботу Бобруйск отметит День танкиста. Традиционно эпицентром праздника станет микрорайон Киселевич. Начало в 11:00. Первая часть программы «Митинг» возложит цветы и венки к мемориалу. Дань памяти павшим героям. Через полчаса начнется концерт. В это же время будут работать тематические игровые площадки. Любой желающий сможет поучаствовать в квест-игре «Патриот». Для юных художников конкурс рисунков на асфальте, плюс лазертаг, аквагрим, батут и еще много всего интересного. Там же разместится и выездная торговля.
Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. We'll be right back.